Здравствуйте, это я. В этом видео хотел бы рассказать, как я тестирую видеокарты после майнинга и не только. Чем лучше их тестировать, чтобы протестировать память и ядро. Не секрет, что во время майнинга нагрузка на память гораздо больше, чем на ядро. И тестировать нужно не только температуры, но и память. Для тестов видеокарт многие используют всем знакомый FurMark. Но на самом деле это не очень правильно, потому что эта программа жарит только ядро, но не нагружает абсолютно память. Сейчас я это продемонстрирую. Здесь у меня стоят пресеты на Full HD. Я сделал даже антиалиазинг на 8X. Нажимаю GPU Stress Test. А теперь мы можем открыть GPU-Z и зайти во вкладочку Sensors. Сейчас я увеличу. И как видите, вот здесь память абсолютно никак не нагружается. Всего лишь 551 мегабайт нагрузка. Это очень мало, потому что карта 4-гиговая. А я хотел бы протестировать всю память. Решение этой проблемы довольно простое. Есть программа Combooster. Но единственное, что надо скачать версию 3.5.2.1. Ну или 3.5.2. Ссылку на эту программу я дам. Чем она отличается от обычной? Здесь есть пресеты на память. То есть, если мы откроем и начнем вот здесь вот прокручивать, мы видим, что можно выбрать пресет на 1 гигабайт, 2, 3, 4, 6 и даже 12. Я выбираю на 4. На всякий случай антиалиазинг тоже ставлю 4X, Full HD. Нажимаю стресс-тест. Само собой, если у вас проблема с видеопамятью, этот стресс-тест даже не запустится. Здесь он у меня прекрасно запустился. Его можно гонять несколько минут, лучше всего 10 или 15, чтобы протестировать и температуру сразу. И сейчас я продемонстрирую в GPU-Z, в той же вкладочке Sensors. Мы видим, что нагрузка на память идет максимальная. Здесь она составляет 3965 мегабайт, ну почти 4 гигабайта, и это гораздо больше, чем было в FurMark, в разы. Тестируйте видеокарты правильно. Конечно, никто не запрещает пользоваться другими программами. Кто-то использует Superposition, есть 3DMark программа, также есть OCCT, но самая простая программа для тестов, которую я себе нашел, это Combooster версии 3.5.2. Ссылку, как я уже говорил, оставлю в описании. Карты прекрасно тестируются. Вы можете протестировать память, карты после майнинга и не только. Всем, кому помог, ставьте лайки. Всем удачи. Пока.